Всем привет, это гороскопы, я Главицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Овен. Усилится тяга к развлечениям, которые способны отвлечь вас от грустных мыслей. Телец. В любви вас ждет чувственные и романтические встречи, а также большие подарки. Близнецы. Есть опасность поститься на рискованные предложения, поэтому анализируйте все тщательно. Рак. Спонтанных приятных сюрпризов не ожидается, но зато будут обычные маленькие радости. Лев. Возможно огорчение по поводу крупных непредвиденных расходов. Дева. Вас будут волновать материальные проблемы, крупные неприятности и маленькие провалы. Весы. Личных неприятностей в этот день не будет, зато возможны эмоциональные всплески ваших близких. Скорпион. В этот день вы будете капризным и малопокладистым в общении с вашими близкими, друзьями. Стрелец. Если у вас есть желание, идите сами до конца и не просите других решить ваши проблемы. Козерог. Ваша голова буквально пухнет от большого количества новых свежих идей. Водолей. Вы будете купаться в хорошем расположении духа и любви вашего партнера. Рыбы. Откройте новые перспективы и осознание своих.